столице Дагестана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования ОМОН «Ястреб» на транспорте управления Росгвардии Дагестана. Участие в знаковом событии приняли в РИУ начальника территориального управления Росгвардии полковник Георгий Котов, полковник полиции Арсен Абдуллахов и многие другие. В поздравительной речи к бойцам обратился командир ОМОН «Ягуар» Иса Магомедов, который отметил значимость организации и огромную роль в жизни региона. Порассуждать, много это времени или мало, ну, в рамках, наверное, космических, это даже мгновением не назовем, а в рамках человеческих, земных, это целая история, целая эпоха наша, становление отряда. Это годы тяжкого труда для командиров, для офицеров, для бойцов, становление, обучение, выполнение тысячи задач, как оперативных мероприятий, как оперативно-розыскных мероприятий и боевых мероприятий. В рамках встречи также были отмечены хорошие результаты в служебно-боевой деятельности личного состава. От имени руководства полковника Георгия Котова и ветерана службы полковника полиции в отставке Магомед Гаджи Байсултанова также присоединились к поздравлениям. Они росгвардейцы – хранить верность, присяги и быть надежным щитом Отечества. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику погибшим сотрудникам, минутой молчания и награждением отличившихся бойцов ведомственными наградами и подарками.